В Армении приостановлены полномочия 54-летнего вора в законе Виталия Авдеяна, более известного в криминальной среде как Витя Тбилисский. Известие об этом пришло сразу после того, как Витю закрыли в Ереване за избиение коллеги по цеху, вора в законе Арсена Мкрчана. Тормознули якобы за то же самое. По нашим данным, езид Виталий Авдеян ворует с 1996 года, как освободился после четверика за кражу в Пятигорске. К началу конфликта кланов Витя уже разматывал десятку. Пока сидел, ничью сторону не принимал, но, как потом выяснилось, симпатизировал грузинам. На самом деле конитель у Вити с Датой Османовым, племянником Шакро Молодого. Когда-то Дата и Витя крепко дружили, теперь заклятые враги. Оказывается, Арсена Витя побил как парламентера, через которого армянские воры послали ему черную метку, чего по пиратскому кодексу делать не принято.